Был рад познакомиться с вами, Оленька. Взаимно. Вот через месяцок нагряну в столицу. Зову там в родные пенаты чадом неразумным пару лекций прочитать. Вот, значит, тогда и увидимся. Может быть, и увидимся. Увидитесь, увидитесь. Куда денешься? Ну? Все, все, отец. Я тебе деньги на холодильнике оставил. А ты не смотри на меня так. Я все равно не боюсь. У меня всего достаточно. Деньги забери. Отец, лучше машину почини. Забери. Отец. Я кому сказал, забери. Отец. И на книжку не клади, все равно пропадут. Митрофанычу не давай, пропьет. Сам же его потом лечить будешь. До свидания. Что, пойдем. А что? Да. Оль, тебя встречают? Может быть, подвезти? Меня Надежда встретит. Завтра созвонимся. Может быть, пообедаем вместе? Да, завтра созвонимся. Хорошо. Конюшня на 50 коней. А, Оленька! Главное, сновал есть. Привет. Привет, Дим. А что ты здесь делаешь? Я тебя встречаю. Очень приятно. Дмитрий Грозовский. Барышев Сергей Леонидович. Добрый день. Сергей Леонидович, представитель компании... Стайком? Да. Я уж понял. Как долетели? Как все? С пользой слетали? Ну да, наверное, да? А Надя где? Она же должна была меня встречать. А я за нее. Надя же намного лучше, да? Да, но почему она не приехала? Ну, дело в том, что мы с тобой должны срочно на переговоры ехать. Можно, Ольга Михайловна, вас на два слова? А, да. Я пока багаж заберу. Послушай, я не хочу выглядеть идиотом. Может, кого-то это и устраивает, только не меня. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты что, все это делаешь для карьеры? Нет, не для карьеры. Ты мне можешь верить, а можешь не верить, это личное твое дело. Вообще не понимаю, почему ты так со мной разговариваешь? Потому что ты неправильно себя ведешь. Нет, это ты неправильно себя ведешь. Ты кто? Как ты можешь требовать от меня и подозревать меня в чем-то? А, да, прости. Я? Да, я никто. Прости, прости. До свидания. Ну что? Плохо дело. Не, зачем ты приехал? Ты все испортил. Кто ж знал, что у вас любовь, как в кино? Нет уже никакой любви. Вон тебе, перестань. Ну что ты? Алло. Ты чего трубку не берешь? Звоню тебе. Да. А вы чего там? Все по кроватям лежите? Хватит. Пошли. У нас сегодня день тяжелый. Ну, выходной же сегодня, Надя. А раз выходной, значит, надо выходить. Зачем? Куда? Куда не спрашивают. Спрашивают, далеко ли? Ну, далеко ли. Да близко. Давай, переодевайся и чайник, Софья, я уже тут рядышком. Как? Молча. Ну, давай. Ой. Оль, тебе поесть надо обязательно. Да я не хочу. Не хочу. А вот я всегда хочу. Стойте! Ой, вчера была в таком потрясном Руку месте. Руку давайте. Так, да. В этом, в старике, нет, в рыбаке. А, в старике. В старике и старухе, да? Нет, в старике, а потом-то какое-то слово из трех. Рыба! Рыба 4. В старике цау.
Между прочим, с Дмитрием Эдуардовичем. Слушай, Надька, я тебя предупреждала. Он ловелас. Женщины падают направо и налево, понимаешь? Да. И сами себя в штабеля укладывают. Ну и пусть себе укладывают, ты подумаешь. А тебе надо поесть. Осторожно. Послушай, это глупость, конечно, какая-то, но... Его уже 3 дня нет, я просто с ума сошла. Кого? Сергея твоего? Да никакой он не мой, он чужой. Если бы ты видела, с какой он красавицей пришел, когда мы с ним познакомились. Ну, подумаешь, красавица, а? Ну, отбей его у красавицы. Красавица. Но он вообще не знает, кто я. Я просто не представляю, что будет, если он узнает. Господи, какая я дура. Куда я лезу? Зачем? Нет, все, я не думаю о нем. Он, знаешь, он мне нравится. Он ревнивый. Давай еще заплачь. Что? Что? Нет. Лиза, я умоляю. Нет. Ты покупаешь каждый день игрушку. Ну ты ничего невозможно. Не понимаешь. Ну посмотри, а? Ну посмотри, какая перестань, она красивая. Ну, у меня никогда не было таких игрушек. Ты как маленькая, ну перестань. Я даже в сельпо бегала, чтобы посмотреть на них. Я умоляю тебя, пойдем поедим, хорошо? Ну посмотри, ты не покупай эту корову, ну пожалуйста. У тебя же их полно. Пойдем, мы пойдем есть. Только не покупай, я умоляю. Надя, дети, заберите эту ненормальную. Ну что это такое, а? Ну, позвони ему. Ой, Надя, ну что ты, ну ненормальная. Ну? Я-то как раз нормальная. Он ни сном, ни духом. А ты тут сидишь, переживаешь. Странно. Ну, о чем ты говоришь? Я вообще боюсь. Вдруг он узнает про зону. Да ты что, он Димку увидел, он знаешь, как рассвирепел. Я не представляю, что делать. А девушка с ним на приеме была, наверное, его сестра, да? Или дочь. Как в мексиканском сериале. Ты наивная. Ну скажи, ну что, я дура, да? Ну правда, я дура, да? Ну зачем? Ну у меня дети, у меня бизнес. Зачем, я думаю? Для чего? Зачем мне вообще это нужно? А я о нем думаю все время. Нет у тебя никакого уголовного прошлого. А ты дура, да? Ой. Вот именно. Ну найди какой-нибудь предлог. Позвони. Ну какой? Ну скажи, ну какой мне найти предлог? Ну ты женщина или где? Да, я женщина, я мать двоих детей, ударница, передовица, да. Еще я влюбилась в самого главного человека, Сергея Барша. Ну хорошо, что не Филиппа Киркорова. Тебе просто повезло. Ну, Надька, Да, алло. Алло. Ну. Говорите. Черт. Ты откуда здесь? Что случилось? Что нужно? По делу пришел. Поговорить надо. Ну, дай войти-то. Нет, я сейчас милицию позову. Да какую милицию? Милицию. Ну, давай, звони в
свою милицию. А я завтра расскажу твоим богатеньким дружкам, что ты в тюрьме хрен знает сколько просидела. Тот-то они порадуются. А почему в тюрьме? А потому что большую любовь к чужим денежкам имеешь. Даже мужа своего родного, богом суженого, не постыдилась оборовать. Так, что тебе нужно? Вот теперь правильно. Ну так чё, сняли губернатора-то нашего? Какого губернатора? Тебе что нужно, Стас? Колькину папашку губернатора сняли. Колька теперь на нарах, папашка его в бегах. Мастерскую опечатали, дело завели. Ну, в общем, все как тогда, как в тот раз. Так что мне деньги нужны. Да. Мне-то самому на нары неохота. Зинка еще, коза драная. В общем, так. Если не хочешь, чтобы твои богатенькие все про тебя, как по писанному, узнали, давай, делись. Да ты не бойся, я много не возьму. Так, по старой дружбе. Свои же люди. Ну. 15. Чтобы мне хватило. А то, ну и богу, ну как-то ну совсем на нары неохота. А ты-то у нас девушка привычная. Пошел вон, придурок, пошел вон! Открой дверь, зараза, открой! Не приходи сюда больше, никогда, никогда, слышишь? Открой. Ничего я тебе не дам, никогда и ничего. Открой. На нары он хочет, мерзавец. Пошел вон, сейчас же. Дура. Пошел. Ну что ты все ходишь такая грустная и грустная? Я знала, что все так закончится. Да ничего еще не закончилось. Я знала, что он нам не даст покоя никогда. Сергей пропал, и все. Ничего не все. Ну что все? Ничего не все. Я так больше не могу. Мне уже хватит, понимаешь? Понимаю. Я почти забыла, расслабилась. Нельзя было ни забывать, ни расслабляться. Ну, позвонит он тебе. Обязательно позвонит твой Сергей. Я так надеялась. Нельзя было надеяться. Ну, тяпа. Бежи. Тяпа, пойдем. Дарья, зайди ко мне. Я не хочу знать, кто, чего и почему не может. Либо завтра все смогут, либо вы можете на работу не рассчитывать. И на зарплату, соответственно, тоже. Ты меня звала? Да, звала. Поедешь к 2 часам в стройком, там у них какие-то неполадки. Разрулишь и все расскажешь. Я в стройком? Да. Оль, ты чего? Я там не была никогда, ничего не знаю. Это твой проект. Это не имеет значения. Поедешь и доложишь. Я не поеду. Нет, ты поедешь. Нет, я не поеду. Нет, ты поедешь. Нет, я не поеду. Нет, ты поедешь. Нет, я не поеду, потому что это не моя тема. Тогда ты уволена. Увольняй. Прости меня. Ничего. Ничего.
А Барышев-то зачем приехал сюда? Куда приехал Барышев? Сюда. Когда я к тебе шла, он пропуск выписывал. Прости меня, я вел себя очень глупо. Впредь обещаю, что больше этого не повторится. Это тебе? Ага. Что, ужасно? Ужасно, что ты так долго не приезжал. Спасибо, что приехал. А я спасибо, что приехал. Да-да-да, за цветы спасибо. Оля, я хотел тебе предложить. Иди сюда. Поехали ко мне, пожалуйста. Ой. Что? Я не знаю. Я боюсь тебя до смерти. А я уж как тебя боюсь, знаешь. Правда? Правда, правда. Ну тогда поехали. Поехали. Ага. Да, только мне нужно переодеться. Хорошо. Приехали. Ну вот моя хата. Пойдем. Спасибо. Пойдем, пойдем. Не за что. Ой, так, какая тихо, красота. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. На. Это твоя собака? Ну, как ты тут? Не кусается? Да. Тяпа? Ну, тяпа. Хороший. Нет, не кусается. Ну, как домик? Очень красивый. Он что, старинный? Ух ты. Да, по проекту моего деда строили. Да ты что? Да. Идем, я тебе все покажу. Очень Держи. Красиво, Сереж, здорово. Вперед. Прошу. Это тебе. Держи. Что? Как? Что-то не так? Ага. Просто я в цветах ничего не понимаю. Моя секретарша покупает, вот и я. А что, плохой букет? Нет. Секретарша у вас, она в цветах понимает. Да, она. А вот у меня есть вот очень красивый. Два букета. Спасибо. А что ж ты их держишь? Что ты, давай поставим. Ой! Куда, знаешь? Давай вот сюда поставим. Ой, черт. Ой-ой-ой. Скорее дай мне тряпочку. Ну, ну что-нибудь. А, сейчас. Ну, вы... Вот, держи. Держи, держи. Ах, вот, ну, ну что ж. Ты, что ты даешь? Это же там. Рубашка. Господи, с вами мужчины можно там, с да. ума просто сойти. А, что же это такое? Рубашкой вытирать что? Пол? Это, ничего, это просто лучше. Смешно. Не, ладно. Ну, да, да, я сама. Да, ну, ничего я страшного. Сделаю, да, подожди. Я сам. Сереж, ты же что, ты брюки промочишь? Ты же видишь.
девушка на вечеринке. Какая девушка? Ну, помнишь, когда мы познакомились, ты был с девушкой, я думала, она твоя жена? Не, не помню. Она не моя жена. Но ты же уже был женат? Ну, когда-то давно был. А дети? Что дети? Ну, помнишь, тогда как-то ты сказал, я не поняла, ты радуешься, что их нет, или огорчен? Ну, нет, я просто не знаю. Ну, вот мне бабушка, знаешь, как говорила? А? Бабушка говорила, что человек не может жить, как мустанг. У него обязательно должны быть дом, семья, чайный сервиз, там, я не знаю, белые скатерти, елка на Новый год, кулич, и этот, на Пасху. А это плохо? Это хорошо, у меня не получилось. Слушай, как я тебя боялась. Чего? Ужасно! Когда я с тобой вот так вот разговаривала, я в обморок падала. А однажды я тебе позвонила, и как только услышала твой голос, бросила трубку. А я знал, что это ты звонила. А я хотел тебе перезвонить и побоялся. Думаю, как же ей позвоню? Как же ей позвоню? Надь, я только подъехала к дому, и я, наверное, не смогу пойти. Можешь вместо меня? Нет, не обязательно приглашение на любую фамилию. Главное, чтобы они знали, что мы их ценим и любим. Называется корпоративная вечеринка. Да, все, пока. Деньги приготовила? Что? Отойди ты! Да ты особо-то не распаляйся. Я тебе фасон-то поубавлю. Я же ведь такое про тебя знаю. Чего твоим хахалем и во сне не снилось? Я тебе сказала, проваливай, я тебя не боюсь. Да? На зоне, что ли, храбрости набралась? В общем так, либо завтра деньги, либо пеняй на себя, поняла? Ты меня знаешь, я лишнего не беру, но что мне положено, подавай. И дети у нас с тобой общие. Каково это родному отцу, когда ему с детьми видеться не дают? Слышишь, что говорю? Да, зараза такая! Если можно, да? Это кто? Как вас зовут? Это наша сотрудница. Она тебя проводит и все так. И мы там с ней пощебечем. Да, 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 да. Пожалуйста. Здравствуйте, госпожа Ван Вейден. Мое почтение еще раз. Эдуардович, я ее сдала пока Дарье. Она ее не выпустит. Спасибо. Что-то устал я. Ну, а
оно и понятно. Что вам понятно? От такого сочетания красоты и ума не только устать, заболеть недолго. Это точно. Шампанского хотите? Нет. Я бы лучше грушу съела. С утра столько дел было. Спасибо. Держите. Спасибо. Спасибо, что выручили. Всегда пожалуйста. Благодарю. Надежда, подождите. Хотите? Вкусно. Она хорошо танцует, да? Получается лучше. Как вы думаете? Да. А может быть, мы перейдем на ты? Согласны? Ой. О, боже мой. Нас ревнует. Кому ко мне? Ну, а почему бы и нет? Ольга Михайловна, голубушка, а можно сегодня немножко пораньше, а? Да. Спасибо. Большое спасибо. Ты уходишь? Господи, дождусь, дождусь вашу мамочку и пойду. Сегодня у одной знакомой бабушки день рождения. А у меня тоже есть бабушка. Не у тебя одной. А изюм перебирать? Вот сейчас и будем перебирать. А чай пить? Ой, вот плюшки поставим. Тогда и будем чай пить. Вот они, наши плюшечки. Ох. Пока дождешься, с голоду помрешь. Да ну не помрешь, не помрешь. А вот и ваша мама пришла. Ну-ка, пойдем встречать. С ней чай пить будете. Подожди, подожди. Ой, иди, деточка, иди, милый. Вы к кому? Здрасте, я бы хотел увидеть Ольгу Михайловну. Она на работе. Сегодня суббота. Она у нас всегда на работе. А когда придет? Да вот, ждем с минуты на минуту. А вы кто? Я Сергей Леонидович Барышев. Мы вместе с ней работаем. А, ну тогда, может, вы пройдете и подождете ее? Ну, спасибо. Сань, в машине подожди. Хорошо, Сергей Леонидович. Проходите. Спасибо. Куда? Вот, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Миша. Можете меня называть на ты. Это Маша. Присаживайтесь. А я Сергей. Вместе с вашей мамой работаю. Пересяду. Между прочим, наша мама уже начальник. Да ты что? Это трудно, но мама говорит, что интересно. Конечно, интересно. А что ты рисуешь? Покажи. Вот мой и рисунок. Так. Ух ты! Клево. А ты будешь с нами чай пить? Машенька, ко взрослым людям нужно обращаться на вы. Сколько раз я тебе говорила? Станете? Станете. Ну тогда, дети, давайте накрывать на стол. Будем пить чай. Машенька, помогай.
Это я рисую, но у меня ничего не выходит. Может, вы умеете? Что? Рисовать. Рисовать? Нет, что-то нет. Вряд ли. В самолетах разбираетесь? В самолетах? Нет. А в чем тогда разбираетесь? Хороший вопрос. Давай попробуем разобраться хоть в самолетах, что ли. А ну давай. Ух ты. Современные боевые самолеты. Эх. Так. Вот она, да? Так. Это все неверно. Ну, где у тебя двигатель? Его просто не видно. Что значит просто не видно? Это у тебя самолет, а не летающая тарелка. Просто не видно. Вот так вот. Мама у тебя, кстати, большой художник. А ты? Ну, это ж мама, не я. Так-так, здесь. Добрый вечер. Мама, добрый. Пришла! Мама, мама, Сам, привет. Мама! А я вот здесь вот самолет рисовал. Я, Ольга Михайловна, к вам по делу заехал. В понедельник будет первая пресс-конференция, а у меня даже этих нет списков выступающих. Так я вам все предоставлю, Сергей Леонидович. Я Ольга Михайловна, я побегу, да? У подруги день рождения. Ага. Конечно, конечно, спасибо. Я пойду. Конечно, спасибо вам большое. Да, ага. Идите, фу. Конечно. Да. Ребята, до свидания. Мама, мама! Ой, мама пришла! Мама, мы будем пить чай с плюшками? Ну, конечно, плюшки будем, готовы. Конечно. Я приехал тебя пригласить. Завтра тебя пригласить куда-нибудь. С детьми. Можно в планетарий, можно в зоопарк, можно в... Бородино. Бородино, 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 мам, мы поедем в Бородино. Бородино, Бородино. Поедем. Бородино. Бородино. В Бородино? В Бородино. Здрасте. Здрасте. Так, это Терентьеву передайте. Хорошо. Слушай, мне тут опять комиссия подъемная. Я не понимаю, что это такое, а? Слушай, разберись. Какая ты у нас некрасивая, да? Боже мой, а что ты улыбаешься? А что ты мне так улыбаешься? Ну, хорошо. Господи, что ж ты ко мне подкрадываешься? Я не подкрадываюсь, тебе приглашение прислал. Подкрадываешься, привет. Подкрадываешься. Спасибо за приглашение. Привет. Ты что сегодня такой нарядный, а? Что, мы получили заказ от мэрии на украшение города во время праздников? Ну да, что-то в этом роде. А что за приглашение-то? Презентация строительной компании «Стройком». Боже, как все серьезно. Да, да. Попригласительно. Ну ладно, тогда мне два. А? Я говорю, мне два. Два мне. Что? Ну ладно, мы и по одному пройдем. Что? Кто мы? Кто по одному? Ой, прости. Извини. Угу. Алло? Алло. Да, Сереж. Хорошо. Через полчаса? Да, давай. Да, договорились. Ну все, давай целую. Целует она его. До свидания. Сережа. Привет. Привет. Проходи, садись. Вот твой бывший муж. Садись, садись. Пожелал со мной встретиться, как видишь. Вижу. Теперь я понимаю, наконец, почему ты мне ничего не рассказывала. Жаль.
что жаль? Ну, что не рассказывал. Как-то проще было бы. Прости, Сережа. Да нет, ну мне аж немного надо. Долги отдать, да чтобы мастерскую открыли. А то уж, Зинка, ну запилила. Ну, а ко мне ты пришел, чтобы я тебе денег дал. Ну, так она же сказала, что ничего не даст. А я сказал, что все хахалю расскажу. Тебе, то есть. Ага. Вот так вот. Мне чего, больше всех надо, что ли? Своя рубашка, она ближе. Да ты что? Да-да. У нас-то про нее все знают. Вот она в Москву и укатила. Подальше от людей. А тут развернулась, забогатела. А я, значит, пошел вон, да? Замолчи, Стас. А что это я буду молчать? Не буду. Пусть он знает, как тебя судили, как ты на зоне отдыхала, как полы потом в сортирах драила. Забыла? А богатая стала, значит, меня можно мордой и в дерьмо, да? Замолчи, замолчи, пожалуйста. Если бы меня тогда Григорий Матвеевич не встретил, да я бы на том свете была. Я жить не хотела, а ты детей своей дряни отдал, вряди свои отдал. Ты голодная была, я с голоду умирала, меня никуда не брали, потому что я зэчка, я прокаженная. Ты просил меня тебе спасти. Мне бы оправдали, от тебя бы загадали по полу, не так. Успокойся, хватит. Ну-ка. Если я тебя еще хотя бы один раз увижу, ага. Шел отсюда. Все нормально. Сережа? Нет, нет, убери его отсюда. Сереж! Черт. Меня нет до конца рабочего дня. Нет у меня. Ну и что ты здесь стоишь, а? Тебе особое приглашение надо? Да? Заходи. Почему ты сразу мне всего не рассказала? Я боялась. И я хотела тебе все рассказать. Я бы все тебе рассказала. Я боялась, Сережа, мне было страшно. Бояться вдвоем значительно удобнее. И теперь я... Не смей бояться. Никогда без меня. Я не буду. Все. Я не знала, как ты будешь относиться ко мне. Ну что ты? После этого. Ну что ты? Что ты? Ну. Не бойся. Что ты? Я тебя люблю. Все будет хорошо. Я вот не верила, что беременный и чокнутый. Теперь верю. Ну, подожди, у него же своих детей не было. Зато у него твоих двое. И он их любит, как родной отец. Это точно. Это точно. Знаешь, иногда прямо до слез. Ой, если шампанского выпила винограда. Ой. Чего ты все ревешь-то, а? Знаешь, не знаю. Я вот что-то так люблю, что сил нету. Аж сильно люблю. Да у тебя замечательные дети, замечательный муж.
Он тебя любит. Он вообще хороший мужик. А ты все ревешь. Я реву, знаешь, наверное, потому что все... Ну, хорошо, что ли? Ну, это вот фу, что все хорошо. Давай. Девушка, а что это вы нам принесли? Мало того, что попробовать не дали, что это? Отличное вино, молодое божоле. Молодое божоле подают в 3-й четверг ноября. Сейчас оно только виноград. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Принесите что-нибудь поприличнее, пожалуйста. Чилийское, например. В это время года оно... Все в порядке. Ничего. Чилийское. Ну что это? Перепугала. Не-не-не-не. Слушай, ну расскажи, что ты вчера вечером? Где была? С ним? С начальником? Да-да-да-да-да. С начальником в ресторане. Я, между прочим, за начальника замуж выхожу. Да ты что, за Динку, что ли? Да. Попрошу без фамильярности. Он мне сделал официальное предложение и подарил кольцо. Слушай! Слушай, подожди, но Димка, он же ловелас. Он же плейбой. Да никогда он ни на ком не женится. Это он на вас не женится. А на мне женится. Ну, надо же, а? Ну ты смотри, одни во все девчонки в офисе без ума, а он женится. Не понимаю. Я ему покажу девочек. О, алло, Димочка? Алло? Да. Да, Сереж. Да, да, мой дорогой. Да, мы гуляем. Ну, я не знаю. Нет. Смотри. Я хочу... Ты без меня не заказывала, ладно? Ну, конечно, скучала. Да. Без подруги. Тебе привет. Да, тебе привет. Они нас позвали в театр. Пойдем. Привет. Да. Слушай, давай. Скорее хочу с тобой. Ну, если я очень не нравлюсь. Знаешь, я... О том, что в жизни счастья нет. Не торопись. Прямо в сердце льется розовый рассвет. Ночь уходит без следа, тая навсегда. Я нарисую мир таким, каким люблю. А на белом праздничном снегу рябин зарю, когда прозрачна, как слеза, небес вода. Ты говори, что счастье есть всегда. Говори всегда.